Стоимость проезда в Омске в 2017 году не повысится. Об этом рассказал на пресс-конференции директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. Чиновники рассчитывают, что пассажиры будут ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях по 22 рубля. При этом изношенность подвижного состава составляет 95%. Впрочем, в департаменте транспорта отметили, что омичи стали активнее пользоваться муниципальным транспортом, что принесет прибыль пассажирским предприятиям в размере 150 миллионов рублей. Сокращение 27 маршрутов тоже пошло городу на пользу, как и исчезновение пассажирских газелей, которые должны полностью покинуть омские улицы до 1 апреля. Мэрия призывает горожан не пользоваться услугами нелегалов. Зачастую даже некоторые жители, вступают в некий сговор с частными перевозчиками, которые, когда мы останавливаем, допустим, транспортное средство «Газель», то перевозчики говорят о том, что он находится на заказе, и некоторые пассажиры пытаются даже иногда лукавить. Это неправильно, это дестабилизирует ситуацию, это не позволяет достойно конкурировать перевозчикам, которые выполняют требования действующего законодательства. Впрочем, сами перевозчики, с которыми мэрия расторгла договор, до сих пор пытаются отстоять свои права. Многие обратились в антимонопольную службу. Отмечу, что из города исчезло более 500 маршруток, а своих рабочих мест лишились около 800 человек. Кроме того, некоторые из частных перевозчиков остались с убытками и непогашенными задолженностями. Никакой оптимизации нет. Есть просто тупое выживание частного бизнеса из города. В нарушении законов федеральных, в нарушении всех норм транспортного законодательства. Вот эти специалисты говорят, что стало что-то лучше. У людей надо спрашивать, а не у специалистов. Некоторые предприимчивые перевозчики нашли способ обойти закон. Они переоборудуют свои старые «Газели» в такси, переводят автомобиль в категорию «Б» и уменьшают количество пассажирских мест. Фотография машины с шашечками появилась в одной из соцсетей.